Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите, сегодня в выпуске. Человек едет и чувствует, приезжает в город отдыхать, и его ждут. Добро пожаловать в Анапу. Как будут выглядеть новые ворота курорта? Я узнал позывные некоторых космонавтов, узнал, какая первая кошка из какой страны была. Полеты во сне и наяву. Сегодня в день космонавтики школьники города стали чуть ближе к звездам. Уже я понял, что откуда это с снайперской винтовки или откуда стреляет по мне. Смерть шпионам. Ветеран Великой Отечественной войны рассказал о своей службе в легендарном СМЕРШе. В Крымске состоялась межмуниципальная партийная дискуссия «Единая Россия. Направление 2026». Однопартийцы из 8 муниципальных образований обсудили задачи, которые были поставлены в послании президента России Владимира Путина. За ходом работы единороссов следила наша съемочная группа. На эту встречу прибыло более 150 делегатов. В составе делегации из Анапы в мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета Александр Смирнов, депутаты Светлана Хижняк, Елена Некрасова и Андрей Дубошин, руководитель Анапского исполкома партии «Единая Россия» Валерий Полчининов, а также другие члены партии и представители движения «Молодая гвардия». Работало 6 дискуссионных площадок. Именно здесь обсуждались темы здоровья и экологии, образования, занятости населения и производительности труда, развитие социальной сферы, формирование современной комфортной городской среды, а также подняли вопросы об обновлении партии. Резолюции и предложений было очень много. Это внесение и в устав, это и отношения, и дисциплина в партии, и изменение структуры, и внутрипартийная организация партии «Единая Россия». Поэтому сегодня много, в общем, было вопросов, и вопросы были правильные, грамотные и поставленные вовремя, потому что будут они доноситься до нашего высшего руководства «Единой России». Я думаю, там делегаты съезда примут правильное решение. После работы в группах состоялось общее собрание, на котором модераторы площадок рассказали, какие конкретные предложения поступили от однопартийцев. Также обсудили передовой опыт муниципальных образований и новые точки роста в каждом из направлений партийных площадок. Реализация послания президента должна быть эффективной и учитывать все потребности жителей Краснодарского края. Совещание прошло довольно-таки оживленно, оперативно и продуктивно. По итогам обсуждения составлен перечень предложений по реализации послания президента, которые будут рассмотрены на региональной партийной дискуссии 16 апреля. Лучшие практики будут изучены федеральными экспертами и войдут в перечень вопросов общероссийской партийной конференции. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа регион. На въезде в муниципалитет со стороны Новороссийска появилась первая стела нового образца. Она выполнена по современным технологиям. Работы ведутся по поручению главы города Юрия Полякова. Наши корреспонденты сравнили новые и старые проекты. Уже понятно, как новая стела будет выглядеть издалека. Это яхта. Каждый сегмент – отдельный световой короб. Зажигаясь в определенном порядке, они будут символизировать паруса, развивающиеся на ветру. Проект победил на конкурсе. Мне нравится. Просто сделан в форме паруса, с логотипом города. Еще будет тут динамика своеобразная. То есть будет как переливаться, как в форме, как парус переливается. Вот. Плюс добавлены элементы еще дополнительные световые. Будет красиво. Юрий Черепанов в рекламном бизнесе около 20 лет. Он отмечает находчивость тех, кто разрабатывал проект старой стелы. Делали в буквальном смысле из того, что было в наличии. Например, эти виноградные грозди из стандартных металлических труб. Однако сегодня возможности на несколько порядков выше. Помимо этого, в новом проекте есть простейший, но необходимый курорту элемент диалога. Человек едет и чувствует, приезжает в город отдыхать, и его ждут. Надпись поставят в основание. Сама стела собрана на жестком металлическом каркасе. Специалисты рассчитывали возможные ветровые нагрузки и сделали необходимый запас. Использовали современные композитные материалы, легкие и не подверженные коррозии. Конструкцию собирали на предприятии. Фотографию готовых парусов отправляли главе города. Юрий Поляков следит за реализацией проекта. Замена въездных стел – лишь часть масштабного обновления курорта. В композиции фонтан лампы заменили на светодиоды, добавили эффекты. Также светодиодная подсветка появилась на Пионерском проспекте, улице Шевченко, Анапском шоссе.
Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион. Анапа готовится к высокому сезону. На клумбах высаживают цветы, фасады зданий приводят в порядок после зимы. Совсем скоро жителей и гостей Анапы ждет еще одно событие. Уже на этой неделе будут запущены городские фонтаны. Коммунальщики приступили к расконсервированию объектов. За ходом работ наблюдала наша съемочная группа. Этот фонтан на улице Ленина особенный. Он не подключен к центральной системе водоснабжения, а полностью автономен. В зимний период коммунальщики снимают с него оборудование – насосы, форсунки, запорную арматуру. Все это было законсервировано до весны. Сегодня эту сложную систему специалисты ремстроя вновь возвращают на прежнее место. Единственный минус, да, этого фонтана – вода привозная. Как только будет вода, мы запустимся. В штатном режиме. Прошел техническое обслуживание и практически готов к работе фонтан около археологического музея Горгипия. Коммунальщики проверили состояние двигателей, насосов и форсунок. Сейчас здесь ведутся пусконаладочные работы. Но, пожалуй, самым ожидаемым событием для гостей и жителей города – это запуск фонтанной группы на площади перед городской администрацией. Специалисты провели проверку работоспособности подсветки и электроники, которая отвечает за работу этого сложного механизма. Жители и гости города уже с нетерпением ждут, когда заработают. Работает одна из главных анапских достопримечательностей. Ждем, конечно, это наше любимое место. Прогулок с детьми, мы тут постоянно катаемся на самокатах, гуляем. Дети любуются фонтанами, и мы тоже. Фонтаны – это красиво, украшает город. Приятно горожанам, приятно отдыхающим. Все это очень красиво, и я это приветствую от души. Мне это нравится. Люблю здесь сидеть летом, весной, зимой люблю здесь гулять. В любое время года люблю здесь гулять. Впрочем, ждать осталось немного. Уже в эти выходные чаши фонтанов будут заполнены водой и проведен тестовый режим работы под нагрузкой. В полную силу городские фонтаны заработают уже с 15 апреля. Руслан Душевский, Анапа регион. В Анапе провели первый этап аукциона на право размещения нестационарных сезонных торговых объектов. В отличие от двух предыдущих лет, он был проведен не через подачу документов в МФЦ, а в открытом формате, когда каждый участник мог оценить конкурентов. Средства от аукциона пополнят бюджет муниципалитета. Сегодня определились арендаторы точек розничной продажи мороженого и охладительных напитков. Всего разыгрывалось 46 лотов. Нестационарные объекты будут принадлежать предпринимателям на время курортного сезона. С мая по сентябрь они смогут торговать мороженым и напитками. В аукционе принял участие 21 человек. В том году у нас для малого бизнеса, для объектов нестационарных проводились торги. Это было все закрыто. В этом году по поручению главы мы проводим открытый аукцион. Все, скажем так, наглядно видно, чтобы предприниматели видели, кто участвует в аукционе, чтобы они друг друга видели. На следующем этапе будет разыграно право размещения нестационарных объектов торговли промышленной группой товаров. Это бытовая химия, инструменты, текстиль, а также строительные материалы. А уже на третьем аукционе предприниматели смогут арендовать неразыгранные ранее лоты. 12 апреля 1961 года в космос был запущен первый корабль под управлением человека. Этот день стал Всемирным днем авиации и космонавтики. Сегодня учителя школы номер 7 организовали познавательные уроки для всех классов. На подготовительном этапе были определены темы и формат занятий. Ребята сами подготовили творческие проекты, рассказав своим сверстникам о космонавтах и их полетах. Особый интерес школьников вызвала игровая викторина под названием «Космический бой». Какой фильм смотрят космонавты перед полетом? Этот вопрос ни у кого не вызвал затруднений. Уроки, посвященные Всемирному дню авиации и космонавтики, стали традиционными. Каждый год ученики школы готовят доклады и презентации. Один из любимых форматов классных часов – игровая викторина. По словам ребят, так они легче запоминают информацию и могут блеснуть своими знаниями на уроке. Я узнал много нового о космонавтике, так как я не сильно увлекался космонавтикой. То есть я узнал позывные некоторых космонавтов, узнал, какая первая кошка из какой страны была, какая страна выпустила наперекос Земле. Проходят интересные мероприятия, которые направлены на развитие у учащихся чувства долга, чувства гордости за свою родину, а самое важное – на то, чтобы дети помнили свою историю.
В 7-й школе учатся более 2000 человек. Все они трудились над проектами, рисунками и тематическими плакатами. Как говорят педагоги, они дают детям возможность самостоятельно найти материал для своей работы. Кто-то больше интересуется строением летательного аппарата, а других привлекают факты о первых космонавтах. Обычно у нас уроки физики проходят рутинно, по учебнику мы учим, делаем задания, а здесь мы, у нас было занятие в игровой форме, и это было достаточно интересно. Сегодняшний день, подведение итогов недели, а также выбор победителя в конкурсе рисунков. По традиции ученики средних классов посещают планетарий, чтобы закрепить полученные на уроках знания. Сейчас семиклассники с нетерпением ждут поездки в Новороссийск. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион. Пули из ниоткуда и хулиганство, которое едва не закончилось военным конфликтом. В городском краеведческом музее чествовали ветерана военной контрразведки. Он принимал поздравления по случаю годовщины создания СМЕРШ. Аббревиатура расшифровывается как «Смерть шпионам». Чекисту, бойцу невидимого фронта. Здесь вот подписано. Награда общественная. Уже есть ведомственные, юбилейные и боевые. Сарвару Саригаскаровичу 93. В 1942 году из села в Башкирии его призвали в воздушно-десантные войска. Победу встретил в Чехии под Братиславой, недалеко от Праги. Гвардии старшину Сарвара Файрузова в числе самых опытных пригласили в штаб. Искали будущих командиров для артиллерии, связи, танковых войск. Предлагали любой вариант, но хотелось домой. Тогда встал один из офицеров и предложил служить в военной контрразведке. Я согласился сразу, потому что уже 5-6 училищ предлагали, я отказался. А он, это оперативный работник, так подошел ко мне и рассказал, это, как работает это контрразведка и так далее. Завлек меня в это дело. Ну, я согласился. Еще были свежи впечатления, как в 1944 году их привезли на аэродром, готовили к заброске в тыл немецким войскам в Крыму. 3 дня они провели возле самолета, но в итоге на прорыв пошли наземные части. Тогда им рассказали, что это была масштабная операция по дезинформации противника. Больше о работе невидимого фронта гвардии старшина не знал ничего, но после проверки его прикрепили к опытному оперативнику. В Венгрии они искали военных преступников, предателей и всех, кому было бессмысленно сдаваться. Подошел к одному небольшому озерку, чтобы ноги помыть, это самое-то. И вдруг что-то шлеп. Я сперва не обратил внимания. Еще шлеп. Еще. Третий раз шлеп сзади. Тут же я понял, что откуда-то это, с снайперской винтовки или откуда-то стреляет по мне. Звука выстрела слышно не было. Видимо, спасло расстояние, но все равно пришлось быстро искать укрытие. Со временем мирная жизнь стала действительно мирной. Появились соблазны. На Дальнем Востоке 4 офицеров встречались в глухой деревушке безо всякого очевидного повода. Об этом сообщил пограничник. Оказалось, они готовили хищение военного имущества. А однажды хулиганство едва не закончилось боевым столкновением. Около среза реки, вот, вышел один наш солдат, сержант, забрался на камень большой такой, разделся догола, кричит: «Мао Цзэдун, Мао Цзэдун, Мао Цзэдун». А на той стороне в это время работали это китайцы. С противоположного берега закричали в ответ, потрясая оружием. Пришлось срочно вмешиваться. Солдата отправили в глубокий тыл. Оказался сыном уважаемого работника атомной промышленности, что вызвало общее недоумение. Сам Сарвар Саригаскарович не считает, что совершил в своей жизни нечто особенное, просто честно служил. Сегодня это пожелание ветерана подрастающему поколению. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион. А в День космонавтики в Центральной библиотеке прошла тематическая встреча. Среди гостей – женщина, которая в прямом смысле делала ракеты на одном из предприятий в Красноярске. Она рассказала о каждодневном труде и прочитала стихи. Еще когда училась, не училась, а уже вот работала, написала гимн Аэрокосмическому университету. И здесь есть в конце, не удержалась, такие слова: «Ключ на старт, так всегда, ну а нам от винта. Новый выпуск, как новый заказ». Труд бессонных ночей, сотни схем, чертежей, и Россия узнает нас.
Людмила Катукова поступила в специальный институт, который находится в Красноярске. Вспоминает огромный конкурс. Учеба, которая чередовалась с работы, заняла 6,5 лет. С первого курса аэродинамика. На производстве начинала в прямом смысле с болтов. Вытачивала их на станке. В зале 10-классники. Они узнали, что ракету на тогда секретном производстве называли изделием, что при входе и при выходе работников досматривали. При этом она подчеркивает, что работа была по-настоящему захватывающей. Было ощущение, что своими руками создаешь будущее. Был цех, где делают головы ракеты. Вот все вы знаете, голова, да? А она проходит малярку. Такие камеры, в которые мы входим все в скафандрах, закрыты. Только женщины и шпателями наносят вот эти термостойкие слои из различных термостойких материалов. Потом это обжигается, а потом только уже покрывается сверху. Очень сложно. И затем вот эти вот цеха, в которых и сейчас работают люди, здесь, правда, далековато, как хирурги, как врачи, в халатах приходишь полностью, раздеваешься, одеваешь ту одежду, чтобы не было ничего. Никакого ссора, это уже головные отсеки. В зале анапские школьники. Людмила Катукова порекомендовала тем, кто мечтает строить космические аппараты, верить в себя и начинать готовиться уже сейчас. Двери вузов, в том числе ее родного, по-прежнему открыты. Далее прогноз погоды на завтра. Партнер прогноза погоды – компания «Трансстрой». Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый, зарплата достойная. Телефон 8-992-336-07-93, 8-992-336-07-94. По прогнозам синоптиков, 13 апреля в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов, ночью прохладнее, 10 выше 0. Ветер северо-восточный от 5 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 9 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь», предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48-300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего 1500 рублей. «Витязь», Анапа, Самбурова, 254. Мы делаем спорт доступным.